Каждый год в конце августа, начале сентября в Ленинском городском округе отмечаются Дни поселений. Свои праздники уже отметили жители Молокова, Развилки, Горок Ленинских, Бутово и Булатниково. В поселке Развилка в течение дня работали ярмарка, батутный городок для самых маленьких и полоса препятствий. Но основные праздничные мероприятия начались с наступлением сумерек. Вечернее представление стартовало с фестиваля красок Холли. 3, 2, 1! С днем рождения! На дискотеке, к примеру, можно было не только потанцевать, но и продемонстрировать знания популярной музыки. Для этого следовало угадать, какому исполнителю принадлежит текст песни, начитанный роботом. Кто не узнает, куда пропадали? Мы пчелами летали до утра. Музыка на весь район, в этой комнате вдвоем. Еще! Друг другу поем, громче звук, стоп, звон. Затем на сцену вышли финалисты телешоу «Ну-ка все вместе», дуэт «Римские». Завершились праздничные мероприятия традиционным салютом. Благодарим за предоставленный материал наших коллег из телекомпании «Развилка ТВ».